За плечами каждого большой спортивный путь. Среди ветеранов есть чемпионы мира и Европы. Это делегаты со всех районов Большого Сочи. На первом заседании присутствовал и поздравил их с началом деятельности председатель Совета ветеранов спорта Кубани. Через пару минут путем открытого голосования сочинцы выбрали уже своего председателя и его заместителя. Я думаю, это будет большая поддержка и в плане оздоровление этих же ветеранов, в плане мероприятий города среди ветеранов и в плане контакта ветеранов, естественно, с молодежью. Совет будет обсуждать и решать задачи развития физкультуры и спорта на курорте. Также заниматься планированием и организацией спортивных мероприятий. Очень важно выражать свою позицию гражданскую. Ну и, конечно, если мы будем взаимодействие обеспечивать с департаментом спорта, то департамент спорта, наверное, в свою очередь обязан будет прислушиваться к мнению и брать все хорошее, что уже было до нас придумано. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. При необходимости в них будут участвовать и различные спортивные специалисты. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.